Уже завтра водители столкнутся с рядом ограничений движения в Риге. Столица готовится к празднику города. Первые ограничения будут введены уже в четверг с 5 часов утра 16 августа до 15 часов 20 августа. Закроют движение по набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас. Это коснется не только машин, но и велорикш. Завтра же закроют и параллельную набережной 11 ноября улицу на участке от улицы Яунела по полю Гаты и до Бископа Гаты. Основные же ограничения будут введены в пятницу вечером и в субботу 18 августа, когда Рига, собственно, и отмечает праздник города.